снова всем здравствуйте! С вами Светлана. Сегодня мое видео краткий обзор, то, что я купила в Oriflame, потому что многие подписчики меня просят: Светлана, вы что-то давно не показываете, что вы покупаете в Oriflame. Решила показать, но покупка моя маленькая. Значит, первое, что я купила, это крем против пигментации, тональный, маскирующий, значит, с SPF 20. И как всегда, вот в последнее время ничего не получается, я не угадываю с цветом. Очень светлый тон. Эта серия обновилась, сразу говорю, она обновилась. Раньше я брала, она в двух цветах всего состоит, я вам сейчас покажу. Значит, естественно бежевый и натуральный. Раньше я всегда брала натуральный и никогда не ошибалась. Вот он, очень светлый тон. В общем, еще раз, я обещала, по-моему, как он видит, что я его не буду покупать, но думаю, ну возьму его, вроде как и солнышко, и защита, и все. Прогадала, как обновят в Oriflame, так начинаются ошибки. Что не обновлять, что не делать с этими цветами? Ну, оставляли бы тот же пигмент. Ну, такое краткое отступление. Второе, что я купила, мочалку. Мочалка у меня износилась. Значит, ну, у меня там еще есть за 84 рубля. Этот крем стоил 391 рубль. Буду цену нажимать, да? Мочалки мне Oriflame-ские нравятся. Ну, я не буду ее открывать, она беленькая такая. Что ее открывать? Все ее знают, она для создания пены, да? Третий продукт, который я купила, это был лак для ногтей. Вот этот вот сиреневый. Вот, видите? Но он не совсем такой, какой я хотела. Я потом вам покажу свотчи. Следующий продукт. Стойкий лак золотисто-розовый. Вот этот цвет мне понравился. Я сделала вот свотч. Вот видите, сиреневый. Вот слегка какой-то там вот такой подтон. А вот золотисто-розовый. Он здесь кажется оранжевый. На натуральном, ну, в натуре он розоватый чуть-чуть. На лето, думаю, пойдет, потому что лаки мне что-то пересохли все половины, я их половину повыбросила, решила обновить. Потом, значит, какой продукт у меня был? Пенка для умывания, тоже из этой серии от пигментации, стоила пенка 183 рубля, это уже с моей скидкой. Мне захотелось пенку, она более нежная, тоже с дозатором, мне нравится. Следующий продукт, мультиактивный, многофункциональный защитный крем. Я всегда его беру на лето, SPF 50, значит, я его взяла с 50% скидкой, и он мне обошелся за, сейчас скажу за сколько, за 572 рубля. Вот так он выглядит, я всегда им пользуюсь, летом, дневной, летом я им пользуюсь. Мне он нравится, защищает, по крайней мере, я вижу результат. И что я еще взяла? Взяла тоник вот из этой серии. Тоник был подешевле. Тоник у нас стоил 159 рублей. Вот. Ну, как всегда, беру все в паре одного вида. Если это пенка такая, то и тоник такой. А так я пользуюсь, все время беру алойку. Ну, конечно, смотрю на скидку. Вот все продукты, которые я купила. Значит, что могу сказать? Вот об этом креме могу хорошее сказать. Хорошая, да. И серия Optimals тоже, она просто замечательная. Рекомендую. Особенно, у кого пигментные пятна там или еще что-то, или предрасположенность, когда солнце к появлению, да. В этой серии есть еще крем от пигментации с SPF-фильтрами. Так что рекомендую. Неплохая серия. Если вам заинтересует, я оставлю ссылку на интернет-магазин под видео. Вы можете зайти, зарегистрироваться и посмотреть. А можете просто зайти посмотреть. Вот она, серия Optimals. Вот такая вот, да. Вот он, защитный крем-флюид. Вот он от пигментации, да. Ну, у кого какие проблемы. Вот такой мой маленький видеообзор. Я сейчас делаю что-то все очень кратко снимаю, потому что, ну, стараюсь не тратить ни ваше время, ни свое. Кого, если заинтересует что-то, пишите меня, спрашивайте. Потому что в Oriflame я испробовала очень много продуктов и могу объективно вам рассказать. Не тая, не
скрывая что-то, рассказать честно и откровенно. Все. Пока-пока. Спасибо за просмотр. Спасибо вам за лайки. Спасибо за комментарии. Кто был впервые, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик. С вами была ваша Света.